Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. Кролик Бонзо занят целый день, и в тарелке бить ему не лень. Он сидит, кайфует, там опс паникует от грохота мозги на бикре. Надоел гусенице шут, в сутки напролет один бум-бум. И он снарядился, в тарелке те вцепился и разгрыз их будто бы изюм. Кролик в конец рассерепел, погнался за мопсом, леща дать хотел. Но мопс запрыгнул в чью-то нору, а Бонзо ищет мопса по двору. Гусеница же темное она нашла, но вдруг перед ней возник очень злой червь такой огромный мостовой. А Бонзо под ногами чует дрожь, земля так затряслась, что упадешь. И прямо из колодца вверх навстречу солнцу выпрыгнула гусеница, что ж. Бонзо захотел ее схватить, но ему пришлось затормозить, ведь прямо перед носом мопсом мостовой червяк, чтобы их тащить. Кролик Бонзо занят целый день, и в тарелке бить ему не лень. Он сидит, кайфует, там опс паникует от грохота мозги на бикре. Надоел гусенице шут, в сутки напролет один бум-бум. И он снарядился, в тарелке те вцепился и разгрыз их будто бы. Если тебе понравилась эта песня, то кликай по крутым видео, которые ты видишь на своем экране. Подписывайся, ставь лайки и пиши свои комментарии. Спасибо за просмотр!